Монументу противотанковые ежи несут десятки гвоздик. Почтить память героев, которые отстояли Московскую область ровно 80 лет назад, пришли неравнодушные жители, волонтеры Подмосковья, депутаты Совета депутатов Николай Кашников, Юлия Ишкова, Артур Каримов и Надежда Смирнова. Наши солдаты, наши жители, которые работали на заводах, рыли окопы, устанавливали противотанковые ежи, показали пример мужества и героизма, гордость славы, единения и сплоченности народа. Химки стали последним рубежом обороны Москвы. Ровно 80 лет назад советская Красная Армия перешла в контрнаступление, и фашистские войска потерпели свое крупное первое поражение. Конечно же, мы все это помним, мы этим гордимся и передадим в память поколения. Нынешнее поколение обязано помнить тех, кто подарил свободу и мирное небо над головой, отметил депутат Артур Каримов. Надо чтить память о том, что было, не забывать нашу историю и постоянно об этом говорить молодежи, ну и радовать старшее поколение, кто подарил нам мирное небо над головой. Химкинские депутаты всегда на связи с участниками Великой Отечественной войны. В период самоизоляции будущие народные избранники регулярно навещали ветеранов, приносили им продуктовые наборы и собирали истории об их подвигах. Благодаря этому в округе создан виртуальный музей в рамках проекта «Герои Химок». В нем собраны фотографии, документы и свидетельства очевидцев тех страшных событий. Бок о бок с депутатами работали и волонтеры Подмосковья. Они постоянные участники патриотических акций. И даже при подготовке к этой церемонии помогали в уборке территории от снега. Это очень важное мероприятие с точки зрения патриотического воспитания. Мы сегодня видим, что помощь в проведении мероприятия нам оказали волонтеры нашего Подмосковья. Все достаточно молодые ребята. Очень важно знать свою историю, помнить свою историю, патриотически воспитывать наше подрастающее поколение. День освобождения Московской области от немецких захватчиков отмечают 22 января. Ровно 80 лет назад советские войска взяли Уваровку, последний населенный пункт региона, занятый врагом.